На вершине иерархии полевых академий. На вершине иерархии полевых академий Прудьбойский общевойсковой полигон Южного военного округа остается непревзойденным. В конкурсе среди полигонов вооруженных сил России Прудбой признан лидером в номинации «Лучший межвидовой, сухопутный, полигон». В российской армии из года в год проводятся большое количество конкурсов по полевой выучке, состязаний армейских международных игр. Но если о наставниках команд, их тренерах и непосредственных участниках соревнований СМИ рассказывают регулярно. То устроители этих дерби, как правило, остаются в тени. А ведь от представителей полигонов, на которых проходят конкурсы профессионального мастерства, зависит многое. Ситуацию исправили в 2016 году, когда Главное управление боевой подготовки Вооруженных сил России дало старт конкурсу среди сухопутных, морских и авиационных полигонов и в первый же год общевойсковой полигон продбоюжного Южного военного округа занял в своей номинации первое место. Обойти другие полевые академии российской армии Бойцем было не просто а комплексная комиссия буквально просканировала расположенный в Волгоградской области полигон. И хотя у Ужан были серьезные конкуренты, решение об их победе ни у кого не вызывало сомнений. Полигон ПРОДБ объективно выглядел лучше других коллег. И вот новая победа теперь уже по итогам 2018 учебного года. По правилам проведения конкурса среди полигонов мы не могли участвовать в состязании на следующий после победы год но вынужденная пауза была заполнена серьезной работой по совершенствованию учебно-материальной базы. Ведь с каждым годом боевая подготовка крепнет не только количественно, но и качественно, отметил в разговоре с корреспондентом «Красной звезды» начальник 244-го полигона подполковник Андрей Евтенько. Это помогло нам вновь достойно представить Южный военный округ на конкурсе и завоевать первое место. Для результативной работы подразделения в учебных боестолкновениях не менее эффективно должны потрудиться представители полигонов в 2018 учебном году на юге России не только продолжились внезапные проверки войск с передислокацией в другие субъекты, но и активно применился принцип двухсторонности учения разных уровней, а также использовался опыт ведения современных боевых действий, в том числе в Сирийской Арабской Республике это способствовало развитию нешаблонного мышления, проявлению новых форм и нестандартных способов тактических действий командиров. Но для эффективной работы подразделения в учебных боестолкновениях не менее эффективно должны потрудиться представители полигонов, что из раза в раз и происходит на расположенном в Волгоградских степях общевойсковом полигоне. В итоге прудбой всегда в готовности выполнять поставленные вышестоящим командованием задачи. Побывавшая осенью минувшего года на Прудбое комиссия, в которую входили офицеры Главного управления боевой подготовки вооруженных сил РФ и представители военных округов, в том числе непосредственно полигонщики, вновь придирчиво тестировала полевую академию УВА досконально рассматривалась и оценивалась все отведения документации до работоспособности объектов учебно-материальной базы. Члены комиссии въедливо изучили весь перечень вопросов, пообщались с личным составом, задавая вопросы по должностным обязанностям даже военнослужащим по призыву. Были внимательно осмотрены все учебные объекты и пункты управления, блин даже и колодцы, оценено состояние мешанных полей. Проверяющие ознакомились с особенностями оборудования визуального наблюдения за преодолением препятствий и поражением мишени на ряде рубежей. Важным аргументом при присуждении полигону его победы стали собственные наработки полигонщиков продбоя. Это, в первую очередь, разработка мишеней с возможностью получения обратной информации и установкой самодельных сигнализаторов на различных учебных местах. Не менее интересным стало решение продбойских кулебинах о создании защиты для подъемников на директрисе БМП-3, тактическом поле, танковой директрисе. Это не только способствует сохранности оборудования, но и снижает трудозатраты на их обслуживание. Подобные ноу-хау только за последние годы сэкономили военному ведомству сотни тысяч рублей. К слову, многое из разработок южан и их коллеги из других военных округов взяли себе на вооружение поздравляя своих подчиненных с победой в конкурсе. Начальник 244-го полигона подполковник Андрей Евтенко нацеливает личный состав на дальнейшие ратные свершения. Ведь сдавать своих лидирующих позиций, занятых в честной конкурентной борьбе, коллектив прудбоя не собирается. Волгоградская область Юрий Бородин, Красная Звезда.